Российские миротворцы раздают какие-то подарки. Ребята, я не хочу, конечно, ваш эфир засорять неподобающими эпитетами, но пусть забирают свои подарки и убираются к чертовой матери, потому что они свои основные функции не выполняют. А в самом Арцахе Дед Морозов хватит с подарками даже в блокадной ситуации, да? И нечего примазываться на фоне своей полнейшей несостоятельности в плане той миссии, за которую они взялись и документально взяли на себя обязательства по гарантии.